Всем здорово. Ничего, возвращаемся в школу. Как обещал с того момента. Мы были так близко. Какое странное устройство. Советую взять его. Уверена. Так, Но поможет выбраться из подвала. Как же громко! Хорошо, что Хайд далеко отсюда. А тут фига точно себе. Прибежал бы на шум. 1950-м филантроп Майкл Дуглас основал школу на месте военной базы Грейвуд. Странное место для школы, конечно. Ну да. Хрен лысо. Нет, не нравится. Я же говорила, что эта штука пригодится. Но как она тут оказалась? Тебе нужно как-то залезть в вентиляцию. А, все, вкурил. Типа лабиринта здесь. Вот оно и сохранение. Блять, сука.
Должен быть другой путь в башню. Найдем его и сможем спасти ребят. 3-8. Вот и выкинул его. Так, стопы. 8. Зачем мне 2 фонарика? Один. Ой-ой-ой. Так, тогда 1 фонарик-то я выкину. Так, методы мистера Хайда устаревшие, незаконные кандалы, телесные наказания. Странно, что ему все еще позволяют преподавать. Нормально. Кажется, если собрать карту, это откроет дверь. И как его собирать? Подожди, есть, блин. Thank you.
на всякий случай шкафчик открою. Ходит, это просто так лампа болтается. Крипово. Хорош кабинет истории с наглядным пособием. Тина.
школы Майкла Дугласа подозревали в похищении учеников. Полиция не нашла доказательств. Но в психушку он все-таки попал. Вовремя за крысу спрятался. Закрыл за диван. Даже так его нельзя разбить. Вентиль нужен. Ой, извиняюсь. Хотя, наверное, надо было там проверить сперва. Что-то включил. Потом узнаем, что я включил. И что за жижа такая? Какая странная субстанция. Слышишь меня? Связь прерывается. Блять, ты что ж, сука, будешь делать-то? Сегодня увеличили. Одного еще одного пленного. Говорят, этот чокнутый ученый ставит над нами опыт, и никто не вернулся. Верно, следующим буду я. Надежды на спасение нет.
Печалька. Блядь, да чтоб тебя, сука. Ладно, давай возьмем утку. Пробежать дальше. Я сохранил. А, так вон там без вариков, наверное, было. Назад вернулся. Я запутался. Ай, ё-моё. Достать ты меня не может. Чморота. Ладно, мне опять как-то надо в подвал попасть. Лучше отыграли.
аккуратнее. У Хайда камеры повсюду. А вот предупредить раньше ты мне вообще никак не могла сказать. Всего нам нужно 3 куска карты. Два. Один из них в этой же комнате, а 2 других где-то недалеко. Я не чувствую их в подвале или на улице. Наверное, они в соседних комнатах. А вот и лестница. Надеюсь, по ней ты сможешь добраться до башни. Веселого-то. Вот это только сейчас загорелось. Ого. Здесь можно выключить камеры слежения. Ну, где ходит? Thank you.
сейчас вот так вот подпинаю туда. Я же тут был, в принципе. Не знаю, что надо делать. Да. Главное, эту утку не наехать. Неудивительно, что после такой страшной смерти души этих людей не могут обрести покой. Я там не прочитал, там, наверное, что-то кошмарно написано было. Как мы теперь назад-то попасть? Похоже, здесь Логан, Мэтт и Ким зашли в школу. О, увидел меня, наверное. А сделать ничего не может.
наверное, ключа-то и нету, да? Подвал, главное. Вот охрана. Диск языка. Что ж такое-то? Хотела назад возвращаться сюда. Чего тут нету? Только мелкий он призрак бегает. Они даже не двигаются. Попробуем.
уже заметила. Один кусок карты в углу класса английского, а второй в той комнате, в которой музей. Чуть за жопу не поймал. Еще обожаю, как здесь класс английского. Ну, как я грамотно дырку-то сделал и место. Кажется, кто-то играет с нами. Помочь хочу, блин, они тут призраки веселятся. Нафиг свой шкаф с утками резиновыми. Чем так за ним бегать, что ли? Я не пойму, о чем как делать, он туда-сюда от меня бегает.
Ого. Here. Может, мне чем-то кинуть просто? Я вот так все углы сейчас пошибаю здесь. Как минимум один всегда у меня здесь будет он. Хорош, надо было просто по нему попасть, что ли? Чё это такое там сломал-то, блин? Сейчас он идет туда. Нафиг, я понял, тут лучше не бегать. Прячься! Быстрее!
Куда? Бесси, куда там прятаться надо было? Блин, я был под столом туда прям. А, фу. Уйди, не. Вроде камеру-то отключил. Помнишь то видео, на котором предметы летают по классу? Оно еще завирусилось в школе. И все болтали о призраках и паранормальщине. Так вот, мне больше не кажется, что это постановка. Вот это я стартанул резко.
Сейчас, если посмотреть, где тут прятаться-то вот. Руки вспотели, блин. Понял, сейчас от стола к столу будем перебегать нормально. Пендаль влепить ему, блин. Еще и вентиль тут найти надо. Да блин, застрял. Ладно, на этом тогда мы остановим. Понял, что делать надо. Вот тогда, ребята, давайте. Всем счастливо. До следующей битвы. Понял, час проиграли. Хотел всего на полчаса. Ладно, все, всем счастливо.